То есть я буду прямо на велосипеде кататься в самом магазине между вот этими вот прилавками. Похраняете? Все, хорошо, давайте. Я не клоун, что ты меня снимаешь. Я не клоун. Вышел из магазина. Привет, друзья, с вами Данила Жонглёр. И сегодня у нас достаточно трешового видео. Суть этого видео заключается в том, что я на своем BMX'е буду заезжать в продуктовые магазины. Наподобие вот Верного, Пятерочки и так далее. То есть я буду прямо на велосипеде кататься в самом магазине между вот этими вот прилавками, да? Понимаете, о чем суть? И посмотрим на реакцию продавцов, как они отреагируют. Может быть, они вообще будут у нас кидаться. Может быть, просто посмотрят, отвернутся и пойдут дальше заниматься своим делом. Как раз в этом видео мы это и узнаем. Но мы будем заезжать только в те магазины, где на вот таких вот табличках про велосипед либо ничего не сказано, либо он вообще не запрещен. Все. И сразу скажу, что мы никак не пытаемся не спровоцировать продавцов, не пытаемся что-то им навредить, просто смотрим на их реакцию, потому что я в этом ничего особенного не вижу. Желаю тебе удачи, потому что мне на самом деле очень сухого. Желаю всем приятного просмотра. Курица запрещена, про велик ни слова. Никого. Продавцов вообще. О, это что надо? Ничего. И как вы заметили, то что в этой Пятерочке особенно не было никакой реакции. Была всего лишь одна продавщица и вообще ноль реакции. Вот она просто сказала моему другу, что ты снимаешь, все, больше ничего. Но заметьте, дальше будет трешовее. И друзья, у моего брата Кирилла вышел альбом «Трэп головного мозга», ссылка на него в описании, там есть граффити с ним, мышь, рестайл, лайфстайл, он Ширин. Из платины. Переходим, послушаем, подписываемся. Обязательно. Собака запрещена, курить запрещено. Про велик ни слова. Типа что-то выбираю. А, что сейчас? Сейчас я быстро куплю. У меня пристежки нету. Сейчас я куплю, у меня просто пристежки нет, я боюсь это. Что? Я просто вот только купил, я боюсь сейчас это еще украдут у меня. Не украдут, я там стою. Что ты снимаешь? Да. Ну вот сейчас начал, на всякий случай. Сейчас я быстренько куплю. Что снимаешь? Вот ход здесь положи, нельзя. Сейчас там похраняете его? Похраняете? Все, хорошо, давайте. Хорошо. А на мопедах? Да, на мопедах. А, на мопедах, к сожалению, нету. Человек упирается, главное, а вы грязь. Да просто у меня пристежки нет, я боюсь, еще украдут у меня. Вот поставили, приехали хотя бы здесь. Да, вот, ну, мало ли здесь тоже украдут. Ну, значит, что ему для него? А как покупать что-то? Не знаю, один стоит, другой покупает, потом меняетесь.
А если это не друг, если один приехал? Да никто не украдет, иди ты. Господи, хорошо. А у вас камера тут есть? Есть. Сколько? Иди. Все, все, хорошо. Я спросил разрешение. Пускай удаляют. А, видео? Да, видео. Да, сейчас. Почему? Вот вы же на сторону снимаете, где у вас камера-то сейчас? Вот камера. А, вот. Сюда тебе покажу. Давайте. Это только 4 перья. Ага. Только 4 перья. Вот, а вот. Вокруг есть. А, ну хорошо, есть, хорошо. Есть, где есть. Если кто-то угрожает, я за него отвечаю. Все, все, хорошо. Удалите. Да. А может вы тоже там удалите, нет? Нет, подожди, я же сказала, ты говоришь, что это не друг. Нет, я сказал, мало ли, если один приехал, ну, без друга. Мало ли, не мало ли, это пешком. Если... Все. Почему вы снимаете люди? Сейчас, мы купим, уедем и все. Не, почему? Удаляй люди. Ладно, давайте, сейчас удалю. Это одно, это одно. Смотрите. Не надо, без просто это делать. Вот, показываю. Вот видео, да? Вот. Удали. Все? Не-не-не. Уходи еще. Не-не-не. Архив заходи, архив. Нет. Архив заходи, архив. Из архива удали. Подожди, мне нужно тоже. То есть. Почему тебе нужно что же? Давай, вызывай, пальцы. Тебе давай, это видео архив, надо? Доставай. Хорошо. Архив, зачем архив-то? Ну давай, архив, давай. Зачем? Вы на что снимаете? К тому же. Архив доставай. Я не клоун, что вы ты меня снимаешь. Я не клоун. Я вас именно не снимал. Именно этот человек меня снимал. Ну? Удали. Удали. Давай. Архив доставай. Удали. Полный. Ты весь декан, весь магазин снимаешь. Все. Вот, убери свою. Нельзя здесь снимать. Вот. Все. Убери вот этот. Выходи, сейчас выходи. Я куплю и уедем. Хорошо? Пойдем. Вот, купишь. Сейчас. Вот, я вот выберу. Я уже все выбрал. Пожалуйста. Пока нельзя снимать здесь. Что, блин? Хорошо. Лову, что ли? Хорошо. Работает, да, у вас? Да, да, я тоже на самом деле как-то так. Картой? Может, посмотришь, вы же нас тоже снимаете. Я не знаю, где ты такой вообще взял. Да вот, я тоже придумал как-то сам. Придумал? Да. У тебя на другой ум работает. С этим согласен. Спасибо, до свидания. Ну, друзья, в этом магазине нам пришлось все-таки удалить фрагмент, потому что нам не нужны на самом деле лишние проблемы. Можно было с ним поспорить, типа то, что есть 29-я статья Конституции Российской Федерации, 4-й пункт. Но мы не стали спорить, нам не нужны лишние проблемы, просто удалили и все. Но у меня на камеру было все записано, и почему-то на камеру не агрился. Хоть она просто бесела перед его лицом. Ну а сейчас будет самая трешовая пятерочка. С собакой нельзя, с камерой можно. Полетели. А, ну просто, у меня прицепки нету. А? У меня просто прицепки нету. Я не могу привязать. Сейчас тащит велик. Сейчас я просто приехал купить. Что стоит? Кого ждем? Кого ждем? Друг, собирайте, мы идем за ветром. Что-то тупого загрубали. Антон, за спец поставь. Зачем? Там, а у вас там пристежки нету. Вот, поставь вот здесь, вот в предбаннике, между дверями. А вы не несете за это ответственности, у вас такого нету. Давай еще кататься тут будем. Эй, алло. Вот, поставь вот здесь, вот в предбаннике. У вас? Давай еще кататься тут будем. Эй, алло. Ты слова не понимаешь, что ли? Понимаю, ща. Подождите. Вышел из магазина. Я приехал купить. Вышел из магазина, пришел купить. Я приехал купить. Мне еще велик стащат. При выходе оставляем велосипед. Хорошо, сейчас. Вы че? Сейчас, подождите. Это BMX? Да, BMX. Теперь можно купить? А на самокатах вы почему не...
не прогоняете, вас тут на самокатах можно? И почему-то этим двум мальчикам, да, которые вот тоже заехали на самокат, им почему-то ни слова не сказали, что они заехали на самокатах, на них не кричали ничего. А нас просто начали орать, что вы заехали на великах, чего? Я вообще этого не понимаю. Не прогоняете, вас тут на самокатах можно? Смотри, ты занялся нечем, ты на камеру снимал. Какую камеру? Это телефон в руках несет. Нельзя? Нельзя. Давай покупать. Мне еще велик стащат. Да вообще. Ну, запрет у них не висит здесь, значит, а на великах нельзя, интересно. Там же у вас только собака нельзя. Только собака. А про велик ни слова. И то, что камеры снимают у вас. Я занимаюсь. Ездим на велике в магазин, да? А чё, нет? Ты что, серьёзно? Почему вы меня оскорбляете? Чувак, я тебе сейчас сломаю твой телефон, дам тебе пи***, блядь. Это угроза уже. Зачем вы мне угрожаете? Тащи его на улице. Тащи. Ну, втащит, это уже угроза, а это уже... Сразу говорю, если морожка не засветится, я знаю, где живет. Понял? Вы знаете, где я живу? В Петербурге. Конечно. Вы угрожаете? Нет, зачем? Вы приехали, катайтесь. Мы не катались, мы приехали за чем? За вот крекер. За крекерами. Ну, ребят, ну, в принципе, на этом все. Если вам понравилось это видео, то обязательно подпишитесь на канал, нажмите вот на колокольчик, я вам прошу, вот этот колокольчик возьмите и нажмите. И обязательно поставьте лайк, если вам это видео понравилось. Все, всем спасибо за просмотр, до новых встреч, пока.